Здравствуйте. Здравствуйте. Так, начинаем наш первый урок. Первый урок у нас будет математика. Доставайте. А язык? Язык? Ну хорошо, давайте начнем с армянского языка. Кстати, знаешь, сколько мы уже изучали? Вот, учили. Вот это вот все мы уже изучали. Да? Да, уже 6 букв. Здорово, давай. Начнем с армянского языка. Достаем тетрадочки. Блокнот. У нас будет спеллинг-тест по армянскому языку. Что, обалдело? Да. Бабуша будет на бумажках писать. А у него нет тетрадки? У него бумажки нужны. Вот на, возьми эту тетрадку для Бабуши. Вот Бабуша тетрадка. Угу. И у него должен быть карандаш сейчас вот. Угу. Мой. На, Бабуша, карандаш. О, это. А у него в рюкзаке есть. Угу. Подожди, смотри, кстати, знаешь? Мы где-то тут писали новый вариант буквы 8. Угу. Достаем ручки, карандаши, что есть. Достаем, открываем блокнотики. Блокнотики. Карандашик. Даже есть вот такой держателькой. Угу. У него есть. Он открывает сейчас страничку первую. Итак, и мы, короче, первая буква в нашем спеллинг-тесте. Во-первых, пишем дату. Сегодня какое число? 12 октября. Да, сверху пишем дату. Угу. Сейчас Бабушек будет тоже писать. Мы надо подождать до Бабушека. Угу. Что-то штука ему мешает что-то. Угу. Возьми мой карандаш. Все. Угу. Не мешает больше. Итак, первая буква, которую нужно писать, это буква Г на армянском. Вот типа она шестая, которую мы изучали, у меня ручка откручивается, Ешкин. Буква Г. Сейчас Бабуша тоже пишет, потом ты даешь нам следующую букву. А что это за буква? Это буква вот эта. Какая? Покажи там. Это буква Г. А, Б, Г, Д, Е. Где она? Шестая? Она шестая. Это вообще какая буква? Ты же знаешь. Это... Сейчас я скажу. За это, да, Мик? Нет, это не Г. Я про вот это, короче. Ты про вот это? Да, это Г, А, Б, Г. А я это написал в пробном варианте. А, ну пробном. Давай с этой буквы начинаем. Хорошо, Бабушек пусть пишет эту букву. Ну ладно, тогда с этой начинаем. Угу. Но учитель не должен смотреть, когда кто-то пишет. Хорошо, следующая буква, подожди, буква подожди, А. Ну, подожди, стоять! Стою. Хватит так рано буквы говорить! Ладно, не будем. Ты все говоришь раньше, чем Бабушек даже стирает. Ясно, Бабушек, будем ждать, ладно. Следующая буква А. А Бабушек разве ждать надо или нет? Конечно, надо. А почему ты не ждешь и сразу же говоришь твою букву на вкус? Пиши букву А. Это я зачеркнул. Да. Вы считаете, что его нету. Хорошо. Следующий. Да. Подожди, стоп. А, Бабушек опять опаздывает. Все. Ага. Следующая буква Б, ребята, пишем. Угу. Бабушек. Очень красивая.
Да ты не смотри. Да, я не смотрю. Я просто в уме сказала это. Да. А следующую букву Д надо писать. Да, это вообще какая? Это А, Б, Г, Д, четвертая. Четвертая, вот то есть, которая вот. Да. Угу. Вот такая вот что? Да, 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 вот такая, правильно. Сейчас побольше. Так, и последняя буква Е. Сейчас посмотрим, у кого как получается. Подожди, когда мы поставим руки нормально, тогда, ну, короче, когда ничего делать не будем. Все, мы ничего не делаем. Ты можешь проверять. Так, теперь дайте мне, пожалуйста, проверить ваше задание. Ты можешь подходить к учителю, но так делает. Да, подходит. Хорошо. Подходит, у вас есть оцени. Красная ручка, извините, пожалуйста. Красная ручка. Красная ручка я не нахожу. Так, я подхожу проверять спеллинг-тест по армянскому языку. Значит, первый это Микаэль. Очень хорошо. И А красивая. И вот эта буква очень красивая. Надо понять, какая это буква. Ты знаешь, какая это буква? Это буква вон та. Вон та буква. Хорошо. Да, вот нам учитель на части пятой говорил ее писать вот таким образом. Именно таким, что вот эта палочка шла вот так, и на ней кружок. Интересно. Надо узнать у того учителя, как эта буква называется. Эта буква называется чёртов, не знаю, это как. Ясно. Д, а это Э. Это Е. Очень хорошо, я поставлю 5 с плюсиком и подпишусь. Это когда подпись. Красиво. Теперь Бубошу проверяем. Так, теперь Бубошу проверяем. Значит так, у него тоже есть эта буква. А, вот А чуть-чуть он растянул, у тебя лучше получилось. Да, ну хвостик то же самое почти. Д и Е. Молодец, Бубуш, тебе пятик. Просто пятик поставлю. И подпишусь, 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 подпишусь. Очень сильно подпишусь. И всё. Самое главное. И в дневничок, да? Ой. Внесём. Ой, прибавилось. Так, давайте, давайте в дневничок. Ой. Давай в дневничок. Угу. Если что, они подписаны. Угу. Это первый дневник, чей? Это дневник. Бабошин. Бабошин дневник. Бабош. Значит, пишем Бабош. Вот. Красной ручкой пишем? Да, красной. Пишем, значит, армянский. Язык. Армянский тест, армянский язык. Армянский тест я напишу. Давай, пиши. Армянский тест. Молодец, Бабош. Жди. Сейчас я напишу. Смайлика, да? Да, ему достается смайлик хороший, да? Вот такой хороший смайлик. Да, то есть четверка, да? А это подпись, да, это четверка. Все. Да, а теперь несу я свой дневник. Угу, это дневник Микаэля. Микаэлика. А это кто такие? Это я, это семья. Это семья, ясно. Так, пишем. Армянский тест. Очень хорошо. 5. Еще был плюсик. Все. Тест. Следующий. Ой. Следующий. Так, закрываем дневники, угу. Ложим в рюкзаки. Не, не ложим. Ставим рядом, потому что они еще нужны будут. Да, еще нужны так, будут. Вернемся. Ставим их на вот. Сюда на парты, куда-то. Так, где Бубосик? Он ушел, да? Бубош, он где-то тут стоял и смотрел. Следующий у нас это английский. Английский, ну и какая тема будет? Тоже будет spelling test. Почему spelling? Сегодня у нас везде spelling test. А русский? Spelling test? Нет, а русский это будет скороговорка. Русский это будет, ну там математика, наверное, да, да, думаю. Да, да, да.
Итак, начинаем. Первое слово бег. То есть running? Правильно. Правильно. Угу. Подожди, слово бобош. А, давай, да, бобош пиши. Бобош сейчас напишет. Угу. Перелистай листик. Угу. Еще один. Угу. И пишем. Бег. Каждый написал. Угу. Второе слово плавание. Сейчас бубош. Угу. Также написал. Так, третье слово сидя. Да, правильно, sitting, все верно. У нас все сегодня на ing заканчивается. 2T, да, помнишь? Не подсказывай. А, извини, я забыла. Сейчас бубош. Упс. Угу. Небольшая ошибка, но да, это Т. Угу. Ну, это Т, типа. Угу. Хорошо. Написали. Так. Следующее слово – это велосипед. Следующее слово прокатка. Угу. Верховая езда. Верховая езда. Riding. Horse riding. Very good. Так, принимать пищу, кушать. Упс. Е-эй. Подожди. И... Угу. Да, молодец. Инга. Угу. Прыжки. Так, про
пропуская. Уже все закончили? Нет. Я могу... Ну, последнее слово, давай. Бег. Как это? Бег уже был. А, бег уже был, тогда... Тогда прыжок был, да, jumping был. Тогда давай напишем skipping, пропуская. Пепе. Теперь я буду проверять ваши домашние, ваш тест spelling по-английскому. Значит, так, давай-ка посмотрим, что тут у нас происходит. Running, правильно. Swimming, правильно. Sitting, правильно. Bike, rolling, riding, eating, jumping, skipping. Да, 10 to 10, классно, Мик, 100% ты сделал. Вот так вот тебе напишу я даже. Да? Угу. Да. Дай бабушку мне. Бабушу можно подойти? Ай, бабуш, ты далеко сидишь. Running, swimming, sitting, bike, rolling, это riding, да? Это одна riding. Jumping, skipping. Очень хорошо, Бубош. 10 to 10. Тоже 100%. И тоже very good. Так, все. До дневника и не оценки. Так, дневники пишем. Значит, у нас... Это чей дневник? Дай я посмотрю. Это чей дневник? Это дневник домой. Угу. English. English test. Ого, большая смайлик с плюсом. Давай мне второй дневник. Бубоша. Бубоша, иди сюда. Угу. Угу. Можно, Бубош, подвинься? В этот раз Бубош получает тоже круглый смайлик. И все, подписали. Итак. Второй урок. Третий. Мы начинаем третий урок. Третий урок у нас урок русского языка. Блокнотики нужны или нет? Нет, не нужны. Больше не нужны, да? Да, нам нужно сейчас... прочитать небольшое... Оговорку? Нет. Предложение? Нет, да, предложение, небольшой рассказ нужно прочитать. Самому? Да, и я на основе того, кто как прочтет, поставлю оценку. Значит, вот наша книжечка называется... Вот, почитай, пожалуйста. Одну страницу читать или все? Нет, сказку вот эту будем читать. Итак, начинаем. Сначала я читаю, да? Да. В. Орлов. Хрюшка обижается. Нет, потом еще текст был. У Шарика новый лиловый берет. У Козилка красный. Козлика. И Козлика атласный жилет. Не торопись. Угу. У курицы бантик. Угу, тоже бантик курицы. Вот бантик. У кошки сапожки. Да. Дальше. Смешная сказка. Рассказывает. У двух петухов на гармошке. Все очень... Все? Все очень довольны, а Хрюшка сердита. В сильных слезах она отвернулась. Она от корыта. От корыта. Угу. Дальше.
Ей хочется новый лилевой предмет. Лиловый берет. Берет. Ей. Ей хочется красный Аталия жилет. Ага. Ей. Ей хочется красный. Да, вот здесь ей. Атласный жилет. Ей хочется бантик еще. Сапожки. Сапожки и две петушек гармошки. Гармошки. Вот в чем дело. Хрюшка все хочет. Хорошо. Угу. Так, следующую сказку давай выберем. А продолжение пускай Бубош читает. Поехали. А продолжение Бубош. Давай. Сейчас Бубош читать будет. Подожди. Но только о ней не подумал никто. Ей дали не то сегодняшнее. Не то. А то, что она не любила. Ага. Ей дали мочалку. И мыло. Представляешь, грязнули дали мочалку и мыло. Всем досталось то, что нужно, а свинки? И то, что нужно. Да. Дальше читать ему. Все. А дальше да. Уже начинается другая. А сейчас нужно рассказать мне, отвечать на мои вопросы. Мика, что дали, подарили кошке? Кошке подарили жилетик. Угу. Бубошик, а что подарили петухам? Гармошки. Отлично. Давайте ваши дневники. Сейчас я возьму, это чей дневник? Это мой дневник. Давай посмотрим. Да, это будет русская речь. Русский пересказ сказки. Русский пересказ. Да, русский пересказ. Я ставлю тебе большой смайлик, Никушка. Ты очень быстро, хорошо читаешь. Давай, Бубошка, сюда. Тебе... Бубоша. Угу. Так. Ну, вот так вот. Вы молодцы. Сегодня очень хорошо провели. Сегодняшнее занятие замечательное. Поздравляю вас.